Ходи. Длинную историю или короткую? Длинную. Да, нам еще ехать надо. Я сидел в пропаганде со своим другом, архитектором, и рассказывал ему о своих проблемах. Я говорю, у меня есть такое место, красивое, но там ничего нет. И мне нужно чем-то и удивить людей, и создать какую-то инфраструктуру на новом месте. Вот это все пространство было крытым и неприступным. Здесь был звук, вот эта стена звука полностью. Киловатт 120 здесь, наверное, было. Вот это был второй танцпол. Сверху все это крыто, и там было доступ, ну, как бы ограниченный слегка для 500 там самых приближенных. Вот там в кустах стоял генератор, который позволял обеспечивать все это электроэнергией. Непрерывно люди специальные заливали соляру, а вот здесь вот все оставшиеся прыгали, веселились. Это был 2000 год. Вот по этой лестнице, сколько же уже, 10 лет назад поднимался весь цвет танцевальной культуры России и всего СНГ. Все мечтали подняться по этой лестнице. Вот там валялся пьяный. И сверху все это выглядело, как обычно, очень красиво, эрматично. Нет, слушай, а какой был бизнес? Посмотрите, вот там вот есть, покажи, вот там были два окна. Там два окна. Это была администрация президента. Что мы продавали? Нет, во-первых, забора здесь никакого не было. Мы тогда уже умудрялись продавать воздух свободы. Мы продавали визы уже второй год подряд. Хотя непонятно, они не давали никаких привилегий абсолютно. Но были. Но тогда, в те времена, пластиковая карточка, это было вообще что-то невообразимое. И, в общем-то, вот здесь стояла очередь. Что мы еще продавали? Автографы. Когда у нас заканчивались деньги и нас выселяли из отеля, я подписывал какое-то количество буклетов. Это, кстати, очень непросто. Вот я помню прекрасно, как я подписал 200. Вот нам было очень много денег. Мы подписал 200 буклетов, и мы решили вопросы там дефолта вообще очень легко. А когда все уехали, осталась какая-то усталость немного, даже осталось немного денег. Мы поехали и потратили их в Судаке с Гаррисоном. Вот этого авантюризма, наверное, сейчас мне не хватает. Но мы сейчас вернемся еще глубже в историю. Там, наверное, есть о чем рассказать побольше. Самое приятное, что это живет и, наверное, будет стоять еще долго.